Где встречают гостей? Что производит первое впечатление на них при визите в Лугу? Конечно, гостиница. Отправная точка всех маршрутов. Здесь гости живут, здесь едят, покупают сувениры и консультируются по туристическим вопросам. Здесь узнают первую информацию о достопримечательностях и мероприятиях. Поэтому гостиница «Луга» находится на особом контроле у отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района. 5 ноября сотрудники отдела провели внеплановую проверку гостиницы на предмет состояния огнетушителей, наличия спасательных средств, исправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения на случай пожара, на знание сотрудниками своих обязанностей в чрезвычайных ситуациях. Пожаров в гостинице, к счастью, не было. Но на пожары в других местах за прошедшую неделю пожарные выезжали 6 раз. 4 раза горели используемые строения, 1 раз заброшенное и 1 раз горел мусор. 29 октября в начале 12 часа утра загорелся частный жилой дом на Солецкой улице в Луге. Огонь успел повредить строение, но в целом дом еще можно будет восстановить. В тот же день около половины 9 вечера загорелась баня на Смолиной улице в Толмачево. Спасти ее не удалось. Утром 1 ноября пожарные выехали на возгорание в садоводство «Прогресс». Огонь уничтожил один садовый дом и повредил соседний. Вечером того же дня загорелось заброшенное строение на Новой улице в Луге. Огонь его частично повредил. Ночью 3 ноября загорелась баня на Пантелеевской улице в поселке Уредиш. Баня восстановлению не подлежит. Этим же вечером пожарные тушили мусор у дома номер 20 по проспекту Кирова. Имущество и строения не пострадали. Обстоятельства и причины пожаров устанавливаются дознавателями.